Ну, самый ближний, кто там валяется, это Троут Прям как она и выросла Падикон. максимально резко и все. Сейчас вам Вот резко так. будет нахуй. Я Все вылетел. будет нахуй. А, ты Кто я? вылетел. Сейчас узнаем. Вадикон. А, ну вот там твой тоже труп Не знаю, валяется. я... Так. Так, 52. Так, вот значит осквернение на big damage. Он выносит. Так, вынес. Кто лутает урон, смотрим сейчас. Так, что там надо? Так, утонул Race Face. Так, утонул Race Face. Еще раз, это наверное, заражение. Нет, это сохранение его бьет. Мосхон. Так, до Вадикона дошло, которого вылетел. Ну а дальше уже лужа подросла. Шалфира ебанула, Мосхон сдох. Race Face стоял в луже. Вадикон вылетел. Ну, Race Face, значит, ГП, блядь. Ресните. Я посмотрел уже. Сука, блядь. Вот не одно, так другое, нахуй. Вы что, Рейсфейс, блядь, как дела у тебя там? Чего? Норм? А, ничего не видно. Может, тебя, ну, в Далран почилить отправить? Или ты не видишь лужу? Ну нахуй мне в лужу вынесли. Я выбегал. Ничего не понял. Там в Канат. лужу никто никого не выносил. А мы вальки разбили, потом после валик было осквернение. На человеке сверху пишется, типа на мне оно, и просто от него надо бежать. Рили, вставай, ёбаный покос, ставьте шкаф с умонти песа. Ставлю рыбу. Бля, я не понимаю, нахуй. Вместо 2 часов мы тут 4 час с вами сидим. Такого не должно быть. Это залупа полная. Полные карманы сейчас налутаете, блядь, кто закосячит. Ну ты видишь, он на тебя бежит, отбеги от него. Ну дурак на тебя бежит, отбеги от него. Надо отбегать, осквернение пишется на мне, на человеке. Ну, если у вас не включено, эту хуйня включите. Где там, скажите, в интерфейс, сообщение, нахуй, текст в облачках, блядь. Белыми буквами по черному фону пишется. Надо отбегать оттуда. Вот он бежит влево, ты бежишь вправо, противоположную от него сторону. Быстрее разрывается этот рейндж между вами. Да, можешь бежать за всеми, и все могут отойти так же. Нажимаем, да. Вырубай. Запускаем. Ты хулидринк не бери, вурдалаков. Это. Два моба просто. Вот два широкря у тебя есть, мелких уже не бери, они нахуй не нужны. Надо, чтобы между ними чувак хуярила дамаг и наносила. Вурдалаки это хуйня, которая заклеивается за секунду в рейде. А чума у тебя, ну, она одна только. Она это, ну, приоритет-то ширкарей убить. Вот тут танчишь, ты далеко отпустишь. Пиздец, совсем не ожидал, что сегодня так долго будет, блядь. Вот Есть такое. тебе и... Сколько ты там, 8 рейдов хотишь за 3 дня? Ну, блядь, ничего, научимся, нахуй. Не сомневайтесь, блядь. Не могут эти люди, смогут другие. Искубратик. Правильно. Кто-то учится, кто-то косячит, бывает. Смотрим, после заражения будет чума, готовимся.
Скоро заражение будет кастовать. После этого заражения готовимся, чума будет. Вот на рейс фейсе. Успел, что ли? Да. Удивительно. Прям тика в тику. Очень-очень-очень-очень долго выбегал. Повнимательнее с этим. То, что за 10-ю секунду здесь полил мордаун, это пиздец. Чума 5 секунд, готовимся. Рили. Угу. Вот Шаркарий уже его берешь и мелких не берешь. Все на край пошло. Этих мелких просто завоешь. Прыгнул, блядь, с обрывана. Кто? Ну, взад такой прыгнул, блядь. До обрыва прям чуть-чуть оставалось. Перед ебалом духа не бежим там, если чё. За спину сейчас встаем. Далеко отвём, конечно. По валькам фулл ДПС. Оскорнение из центра уходим. На танки тоже, может быть, готовимся. Вот жнец, прожимайся на жнец. Вот, вот, блядь, стаунти, холидринг, стаунти. Мордаунт, нахуй. Ты жнец понимаешь такое, что, что такое это, или, блядь, или что, нахуй. Хилы остальные, у вас пятеро лбов, нахуй. Вы будете хилить? Вы жнец вообще видите, нахуй? Фулл баф по масхону. Холидринг танчишь. Забери обратно этот. Холидринг танчит лича. И водит тоже. В эту сторону летим от звезды. Ай, нахуй. Оскорнения разбежали, секунда. Смотрим, где оскорнения, потом валик бьем. Прям перед вальками, нахуй. Вы не видите, молодцы, куда они летят, нахуй? Все, бьем. Сейчас разолью. Выходите оттуда подальше, быстрее, подальше оттуда выходите. Люди будут падать оттуда. Блять, долбоебы. Все нормально. Выйдешь как-нибудь, выйдешь оттуда, выбегай. Теперь с центра лича выводи. Оскорнение. С центра лича выводи, оскорнение 2 секунды. Вышли все с центра. Вот жнец, все видят хилы, блядь, жнец, нахуй. Теперь с центра возвращаемся. Сейчас на себя метку дам, нахуй. Да что за хуйня, кого... Чё он шотает? Чё это такое, блядь? Ближний бой 40 тысяч. Валик, бейте. Ну а как? Почему, блядь? Гимн на ману дайте. Ну ёбки, блядь. Еще и валик не бьете, нихуя. Ускорнение. Сука. Этот Вадикон воида ресы. Так, захиливаем. Ресу Шалфира. А. Этот, нет, не ресую, значит без него играем. В звезду встаньте. Лич в залупе в какой-то стоит. Зачем так лич стоит? В звезду встаньте. В сову, в звезду. Там 2%. А, ну на край идем. Иди, веди на край за собой лича. Блять, да где ты? Так а что это за хуйня? Дауны, сука. Прыгайте вниз, короче, с платформы, блять.
кто-то таунтит босса или что, или вы так срываете, или у тебя там агро нету, неистовство не включено, я не понимаю, что за залупа? Но. Вы что, сука, совсем ебанутые, блядь? Пиздец, я не понимаю, нахуй. Ну, это маразм, нахуй, какой-то. Масхон, ты вообще нихуя не видишь, нахуй, жнец. Сейвов у тебя вообще нихуя нету. Хилы в это время что, дрочат, что ли? Ну, жнец тоже никто из вас не видит, блядь. Шектор, блядь, как прокомментируешь? Остальные хилы 4 штуки. Где что? Где как, блядь? Исповеди есть вообще, блядь? Дух, зубы, блядь. Щит земли. Смотрю, исцеление полученное, нахуй. По масхону. Рейс фейс, значит, хилит. Я скинул его смерть. Смотри. Да там понятно, там этот самый жнец, нахуй. Это какая смерть? Первая, а, самая его. Панцирь, нахуй. Даже панцирь был, блядь. Пиздец, блядь. Шектор, нахуй. Ты в масхона 120 тысяч дал. Рейсфейс, которого я первый раз в рейде вижу, 180, нахуй. Вы что, сука? Вы совсем ебанулись, нахуй? Или я не... Вы что? Или я так охуенно танчу и так охуенно прожимаю, что меня хилить не надо, блядь? Вы разницу это не продуплили, блядь. Хилить танка надо в любом случае. На жнеце, блядь. Надо туда все 5 хилов, чтобы вливали хил, блядь. То, что вы сейчас исполняете, блядь, масхон второй раз дыхает. От жнеца, от первого, блядь. Масхон, ты жнец видишь, блядь, или нет? Дебаф на себе, жнец душ, блядь, 5 секунд. 70 тысяч урона от тьмы в конце наносит. Прием, блядь, я не слышу, нахуй, ну. Не смотрел на дебаф, сейчас буду смотреть. Пиздец. Масхон, не забывай по этому полезгрейсу додавать с полайсом. Хорошо. Короче, нахуй, давай холидринг в этого. А, ладно, похуй, будет в 3 танка, нахуй, поебать. Стоишь, масхон, просто бегаешь и смотришь, блядь. Да, да, это да, спекнуть. Не надо, стой, ты хоть себя чуму здесь. Сейчас еще чуму здесь с него и опять будет вакханалия, блядь. Не надо, блядь. На мишке будешь ничего? В 3 танка? Да, да. Будешь, если что, потом душу ловить, призраков этих. Да, да, да. Почередуемся с тобой. Масхон, просто стоишь и смотришь, как я танчу. Давай я в ДД спекнусь, чтобы не просто так быть. Будь в танке, блядь, вдруг я сдохну, нахуй. Не знаю, как там хилы хилят, сейчас проверим. Сейчас от страха чисто тебя хилить будет. Сейчас все упадут, кроме Ллойда, да? Да-да-да. Запустил. Ты первый танчишь, да? Ой. Да-да-да. Засыпает. На полу, 3 на полу на Войда. Наконец, хваленые силы света. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордрин. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Лав, куда идти? Дали тебе лапку? Угу. Дали, дали. Лича, запомни цель. Смотрим внимательно. Бэров нету. Падать нельзя. Есть фишка такая, вот 3 секунды до вызова шаркаря, 2 секунды, я вот поворачиваю лицом протопалы, вот шаркарь как в итоге возле него появился. Лайфхак. Радикон. Пау, тебе там нормально или это преступление снимать дальше? Или можно не снимать? Да не надо. Не парься.
Это обычка, тут столько дамаги нету. Да, как бы там тоже ХД. Чем опять секунду готовимся? Если ханту не впадло, можно и снимать. Так, дисгрейсит. Кошем вроде как снимается чума. Если не ошибаюсь. Я в танце был, у меня не было, не вынесено. Так, 2%, 7 секунд чума, 1%, 5 секунд чума, 0,5%, 3 секунды чума. Успели. Этих просто зауешиваем мелкого. Ты это... Мишка мишку бьет. Масхон, сейчас следующий дух появится, на нем потихоньку накидывай этот, скажи мне, руническую эту залупу для Т-10. Для Т4, блять. Чтобы у тебя было это. Сейф. И поддерживай эту хуйню. Вот это твоя задача. Перед лицом не обязательно стоять, стой сбоку где-то. Главное, ЛПшки не тыкай. Я последний третий дух остался. Полидринки вынести. Так, Шектор, на тебе иннер. А он на полидринке, я сам здесь пылил. Блять, меня просто ДБМ, я уже... Перед ебалом духа дней бежать. Вот лича вот так вот берешь. Хоп, чутка от звезды. Сам в звезду встал. И вот отсюда, клоковским порталом от спины, сейчас полетят вальки. Появляются три вальки. Идешь вместе с ними. И ауешишь. Осквернение 7 секунд. Из-под валик выходим все. Право-лево. Быстрее. Сквернение 2 секунды. Выходим. Вальку одну добиваем. Добиваем вальку. Блять. Вот нормально. Теперь то же самое. Позиция такая же. Ставишь так же. Вот так отходишь. Ставишь. Значит, от спины они полетят на край. К луковскому порталу. Сейчас по команде Милики с центра выходите. РДД уже на край. Все, милики с центра ушли, осквернение вместе с валькой. Все с центра ушли. Танк тоже готовится с центра уходить. Осквернение секунда. Вот жнец отдал дубовую. Все, это лужа разлилась. Мы бьем валик теперь. Вот я подбегаю к вальке, даю ей стан. Который фу хп. И ту дальнюю тоже разбейте РДД. Или кто-то подбегите, дайте стан. Нахуй. Алло, сука, все повернитесь, убейте да, вальку. Да, дал стан. Нормально. Все, теперь... Сначала осквернение, а потом вальки. Сначала мы стоим, растягиваемся. С центра все съебитесь. Хилы, все залупа вот это вот. Осквернение секунда. Как только разливается лужа, мы сразу возвращаемся к личу в центр за спину лича. Плащ лича встаем. Если лич долго идет, вы встаете уже заранее сюда. Все. Фул 3 вальки, фул ЛЕ даем. Вот, я прожимаю, блядь, берсерк, нахуй, хуярю. Осквернение 2 секунды. Выходим, расходимся, разбегаемся. С центра уходим. Вот, осквернение оставил, возвращаемся в центр. Дамага должно хватать, в принципе, перевести, так что давайте бьем. На стак она у тебя не зыбка. 4%, но локовские порталы пойдем с лечом, если что. 3% готовимся. Вот здесь на кольце примерно стоим. 2%. Сильнее полечу. 1%. На край уже все подбегаем. Вот сюда встаем. На край возле тотема. Вот здесь встаем все. Давай, давай не зыбку. Давай массакру. Давай мастерауру. Запрыгиваем. Первый, третий бой, второй, четвертый твой. Вилли захилить. И рыли нахуй. Че за хуйня? Вот первый мой. И третий. Подтягиваешь духа на себя, если рейд кучно стоит, как бичи, там, как правило, мелизона 10 человек.
Вот ты подтягиваешь духа на себя для того, чтобы мелизона от РДД оттянулась. Вот хилы, видишь, с РДДшниками стоят, не двигаются, не растягиваются. Ты растягиваешь ее сам. Вот, сорвали духа, нахуй. Ну, с Агрона путано что-то. А почему Масхон забирал, а не Холи Дринк? Гимна ману дайте. Ты сам сказал, первый, третий твой, и потом Масхон, второй, четвертый. Он обучает его. Вот это четвертый, это ваш, не знаю, Холи Дринка, ну не Масхон, он стоит вообще чилит. На край зашли. Пять хилов, сейчас внимание. Будет челика в комнату забирать какого-то. Лича стоишь на краю, ждешь с духами. Вот берет в комнату ПС, захилить его на фул быстрее. Не проебите, сука. Хилы, сука. Блять, я в ахуе. Ну, пиздец. Еще бы ПС проебали. Все, уже уходим. Бегаем. Вот чтобы милики били, осквернение 3 секунды. Право-лево разбегаемся. Чтобы милики били, берешь распрыжкой вот так вот. Право-лево. Милики бьют. Ловит? Кто-то с вас ловит. А мне вот женец дубовую отдал. Рилли, ты долбоёб? Где там у меня ГП, блядь? Жнец. Искоренение осталось. Уже РДД заранее, хилы бежим. Вот как только он духи начинал кастовать, уже вот на бигдеме. Вот жнец. Сейчас я отдаю ключ и клык. Стою жопой, чтобы ловить, помогать, если что вдруг. 5 секунд. Там двое, в принципе. Вот я жопой поймал духа. Вот челика забирает, это хил. Рунгексин знает, что там делать. Каз сбивать, бить красного, хилить зеленого. Осквернение после духов сейчас будет. Разбегаемся сразу. От лужи отходим, от черепка отходим. И за лечом идем. Брумгексин, главное там сделать, что надо. Так, немножко сюда подведу. Прячемся за спиной леча. От лужи исчезла. Масхон, несложно, просто надо смотреть за всеми этими вещами. Оскорнение на тебе тоже может быть, и это нельзя проебать. Ну а с агротом сделаешь вот эту хуйню, значит, запах вкачаешь. Два таланта в меткость. И рейтинг меткости добей. Значит, это до 315. 315 цифра нужна тебе. У тебя будут ЛПшки. Ну вот, не знаю, билд сейчас нет. Надо посмотреть развертки. Ледяное прикосновение. Вот у тебя уже один промах. Не знаю, сколько ты бил, но будет 0 промахов. Да я твои эти таланты сделаю, да и все. Таланты это одно. Я имею в виду, что рейтинг на шмоте надо подбить. Это не надо. Ну у меня там из шмота что-то кольцо, которое с трэша, и кольцо, которое за репу, целка. Ну и там, соответственно, шея, плащ, целка. Ну там... у меня вот шея и плащ, как раз таки они без меткости, вот самые плохие, которые есть. Ну вот надо тебе будет выбить как-нибудь. Не знаю, брать тебя в геру, не брать, наверное, надо смотреть. Пока не надо, я тупить буду, лучше пока ходите сами. Ну, в общем, как с этими четырьмя инстами уверенно будешь справляться, так может 1-2 КД, и там уже можно будет геру идти. Прибарахлить немножко меткость, вот эту все. О, опять танкопуха. Танкопуха и клятва. Ну, ебаный насос. Митриос надо кому-то? Так, вихрь. Клятва. А что лучше, клятва или посох? Дикой природы с ТПГ. Вот это я хуй знает. Ну, сука, арпа больше, крита поменьше, дырки воды красные.
Так, Рилли, ты перепутал, это, ну, это не та хуйня. Так, ну хант получается. Так. Дип-дам с обрыва вышел. Покоритель надо кому-то? На, сделаешь фаермага. 150 у нее за половину, да? Да. Да. Ебать. Ну, полная 300. Надо было 20 тыкать. Так. Ну, давайте 120 отниму тогда. А, блять, у меня... Как за 10. Как вовремя, на плеча убили, утонул, и у меня крашнуло игру. Да, такая же фигня. Так, сейчас я придам. Так, завтра, значит, у нас что? Второй рейд ТТГ и ГМХ. Все, всем до завтра. Давай, счастливо. Десятки не будет? Чё не будет? Десятки. А, я ебал уже эти десятки. Там ТТГ быстренько. Ой, на замене. Так. Так, Эйя, да, Равист. Равист, это тебе, ты в воскресенье кем-то другим пойдешь? Да, он говорит, он полипалом пойдет в воскресенье. А не люблю щиты тоже не было, да? Ты еще вроде Святоса не начислил, он вылетел. Там за это, за 10 боссов. Так, Равист, и кто еще там был? И Эйя, да? Там ностальгия еще же у нас там, хз, ты ему что-то накинешь, нет? Так, сейчас ностальгию поищу, где он тут. Ну, он же вылетел там, что-то, проблемы, видимо, какие-то. Он не вылетел, он просто вкашил. Ну, косарь, да. По итогу он вылетел, ебаный в рот, хуй знает, даже на телефон не отвечает. Ну, я косарь закинул там, как этому, как и Святос. Ладно, всем спасибо, хорошего вечера. За РС еще этому, Робусту, ты начислял, вроде, да? Не помню. Амазон.